ну, я лично занимаюсь веб-дизайном, это визуальная коммуникация, она, ты смотришь и получаешь какое-то сообщение. Собственно, и вот это сообщение должно у нас, мы, как правило, задаем ему свойства, чтобы оно вызывало доверие. Вот. И это как бы сложно, и это целый процесс. И чтобы в нем разобраться более понятно и просто, придумали теорию коммуникации. Вот. А в ней этот процесс раскладывается на базовые элементы. Есть источник коммуникации, он как-то кодирует сообщение, которое хочет передать. Есть само сообщение, это звук, картинка, жест, не знаю, что там еще у нас может быть. Ну, в общем, любая форма, они меняются, эволюционируют, которые в результате у нас декодирует мозг и ее как-то воспринимает. Вот. И, собственно, доверие и недоверие, оно как раз возникает и в процессе декодирования информации. То есть у нас мозг, он такой интересный, такая интересная штуковина, он как котенок. Он все видит, но ничего сказать не может. Он все понимает, но почему он это понимает, он не знает. Это обусловлено определенным процессом, когда ребенок маленький, он на все смотрит, он все пытается оценить, вот этот мозг у него как бы этим занимается. Он учится, что плохое, что хорошее, что добро, что зло, что я куплю в результате, что не куплю, кому верить, маме верить, а дяде там на улице не верить. И этому мозг постоянно обучается. И так мы постоянно, неосознанно все осознаем, когда зрительные образы воспринимаем. Это такая база у нас. Вот. И, собственно, доверие, это что такое? Это, получается, эффект. Эффект от декодирования информации. Нам нужно эту информацию, чтобы в нее поверили, чтобы в нее как-то, чтобы оно вызвало в сердце какой-то отклик, вот. Чтобы захотелось с источником этой информации как-то дальше взаимодействовать, нужно, чтобы человек он понял сообщение и поверил в него. Что помешает ему это сделать? Ему помешает плохой источник информации. То есть, когда канал информации плохой. Ну, например, мы выбираем, на какое мероприятие пойти, смотрим афиши и видим афишу там ДК УЦМа, которая как попало сделана, и видим, например, афишу конструктора практика. Вот. У большинства аудитории здесь отклик в сердце, афиша конструктора практика, она как бы сердце как бы откликнется на эту афишу, и вы, скорее всего, пойдете туда. Вот, потому что сообщение, которое там закодировано, оно, во-первых, закодировано теми образами и с той интонацией, которая вам близка. То есть она из вашей жизни, они мимикрируют под вашу жизнь. То есть вы уже начинаете воспринимать эту коммуникацию как своего друга, потому что вы общаетесь на одном языке. Собственно, как, это, например, вообще в принципе в психологии и в жизни. Были такие эксперименты социологические, когда там человек с другим человеком незнакомым встречается в одной комнате, и человек начинает повторять движения другого человека, и они начинают, как, ну, они реально дружат, они начинают дружить, они разговаривают и так далее. Если он как бы это все игнорирует, они как бы сидят, молчат, ничего не происходит. То есть в дизайне точно так же с человеком происходит. То есть если человек видит, что с ним разговаривают на одном и том же языке, на тех и тех же образах, собственно, получается контакт, получается доверие, получается, собственно, какой-то результат, синергия. А что, в принципе, можно, в принципе, и специально закодировать недоверие. Так тоже можно сделать, если это, ну, необходимо. Но у меня времени мало, про недоверие не буду рассказывать. Вот. Могу на примерах немножко. Например,
образ нашего президента, как он транслируется в медиа. Это такой понятный будет пример. То есть человека, его представляют как правителя такого рыцаря. Он всегда в костюме, он всегда такой блестящий, в сверкающих доспехах. Вот. И, например, его, грубо говоря, оппонент, там, товарищ Навальный, его всегда в медиа как-то, ну как, вот так вот, этот Бафтазар. И, собственно, вот и медиа осознанно, они кодируют это сообщение, что вот это как бы преступник, а это правитель и рыцарь. И как бы эти сообщения, на кого они, собственно, направлены, они очень правильно на том языке, на котором, для кого это сообщение, они ровно эти сообщения закодировали. То есть мы все понимаем, что как бы вот отношения там, взрослого поколения, на которого эти образы транслируются, они вызывают ровно те эмоции, как бы, и те образы, которые выбраны, они ровно как бы для того, чтобы вызвать доверие. То есть, чтобы поверить товарищу президенту и, например, не поверить товарищу Навальному. Вот. Ну, примерно вот так, так этот механизм работает. Я, кажется, выпалил все, что хотел сказать, потому что времени мало, и, в принципе, я могу продолжить еще, если я могу, да? Отлично. Так. Про что бы еще вам рассказать? Итак, механизм. В общем, кодирование, декодирование информации, этим занимается дизайнер. Ему что нужно сделать, чтобы найти те образы, найти тот визуальный язык, и невизуальный язык, и вербальный, и, может быть, даже как бы настоящий, ну, разговорный, там, не знаю. Все это делается несколько этапов, как правило. В первую очередь изучается приемник, то есть как устроены мозги, собственно, у того человека, которому этот дизайн необходимо показать. Точнее, нужно какое-то сообщение рассказать. Вот. Обычно с сообщением приходит заказчик сразу в дизайне. Вот. Государство тоже приходит с каким-то сообщением к дизайнерам. Да, ну, в принципе, желание что-то рассказать другому – это как бы естественная потребность людей. И мотивация это сделать бывает тоже разная. То есть кто-то хочет получить прибыль, кто-то хочет поделиться опытом, кто-то хочет объединить людей вокруг себя. Эти мотивации, они, в принципе, они двигают вообще людей вокруг на разные действия. Вот. И смысл в том, чтобы вот то сообщение, которое как бы ты говоришь, оно совпало с мотивацией человека, вот, для которого ты это рассказываешь. Когда сообщение с этими мотивациями оно сходится, тогда ты можешь уже как бы кодировать это сообщение. То есть ты проверил, ага, да, то есть это правильное сообщение, вот, то есть оно относится к тем мотивациям, которыми человеку в жизни его двигают, вот, и дальше ты изучаешь культурный бэкграунд. То есть в какой среде человек живет, какой он, что он, как он живет, где кофе пьет, грубо говоря, какие книжки читает, что ему интересно там, как он в социальных сетях себя ведет. То есть, когда ты уже четко знаешь весь контекст жизни человека, в каких условиях он это все делает, тогда ты уже можешь взять этот контекст, наложить его на свое сообщение и самым понятным или наоборот непонятным выбрать из этого контекста какой-то образ, который или понятный, или непонятный, или смешной, или грустный, там, это от контекста зависит. Понятность, непонятность, она нужна для чего? Если у нас, например, сообщение, оно такого возвышенного характера, и сказать его, например, каким-то
такими простыми словами, там, простыми образами. Там, например, мы там хотим рассказать про важность природы, экологии. Вот, и нарисуем просто домик на берегу озера. Это, ну, как-то будет в лоб слишком, например. А если мы нарисуем какой-то абстрактный образ, там, или какой-то сайт, который будет как-то меняться там от наших действий, ну, более сложное что-то. Вот, например, для, ну, нашего, там, для дизайнеров, для людей искусства, для них вот второе сообщение, которое будет сложно закодировано, которое требует большего культурного бэкграунда, погружения в проблему, оно откликнется в сердце. Вот. А домик в деревне, он просто будет проигнорирован. И также наоборот. Если мы хотим, например, донести эту идею про экологию людям в возрасте, которых культурный бэкграунд отличается от, например, там, моего или вашего, вот, то домик в деревне, наоборот, это сообщение об экологии он донесет, а нам не донесет. В этом, собственно, разница, когда появится доверие и когда не появится доверие. Вот. Сложно без картинок общаться. Очень хотелось много каких-то примеров привести, но я надеюсь, что-то понятно и могу, в принципе, уже отвечать на вопросы. Второй, который у нас будет работать. Нужно так просто. Да, у нас получается, каждый дизайнер должен пройти какой-то определенный курс психологии людей. Это часть профессии, да. То есть, если ты не понимаешь, для кого ты делаешь, тебе очень... Так, надо в микрофон говорить. Если ты до конца не понимаешь, для кого ты делаешь дизайн, то есть вероятность не донести сообщение, то есть эта вероятность больше. Ты можешь угадать, потому что мы все равно люди социальные, мы как бы можем, у нас есть гипотезы, какие люди бывают. Вот, но мы можем ошибиться, то есть надо проверять. Ну, в психологии просто я знаю, что некоторые цвета, например, сочетание некоторых цветов, да, которые влияют на там желание поесть, желание еще что-нибудь такое. В этом есть спать. Смысл, в этом есть смысл, то есть, да. Дизайнеры, они проходят это обучение или нет? Вот. Если мы поговорим про дизайн обучения, да, то в принципе такие знания дизайнеру пригодятся, и особенно если он занимается брендингом, вот, потому что там нужно как бы одно и то же сообщение кодировать разными способами одновременно, чтобы не потерялось это сообщение в результате коммуникации. Цвета, композиция, интонация, образы – это все как бы вот те инструменты, которыми ты пользуешься. И исследования научные в области работы мозга, в области восприятия цвета – это все та информация, которая нам в работе очень важна и пригодится всегда. Приходилось ли вам или вашим коллегам когда-либо выполнять государственные заказы? Я сейчас... Ну, приходилось, конечно, да. Приходилось. Какие? Сайт Росмолодежи. Делали сайт Росмолодежи. Я в этом проекте не участвовал, я поэтому не могу про это ничего рассказать. Я сейчас участвую в рабочей группе по дизайн-коду улицы Ленина, к примеру. Вот. По сути, это государственный заказ. Вот. Но... А что про это рассказать, я не знаю, как бы, что интересно. Ну, заказ делается как, он дается конкретно, то есть вот обратить внимание на вот эти вот вещи, отвести внимание от вот этих вещей, так, или как он вообще формулируется? В принципе, там задача очень утилитарная. Нужно сделать по ТЗ ровно так, чтобы вот это работало в срок и в этот бюджет. То есть моральных каких-то этических задач при этом не ставится. Вот. Очень все грубо. То есть каких-то манипулирований специально в ТЗ не написано. То есть красота улицы Ленина зависит от вас? Не, она на самом деле зависит от бизнеса в первую очередь, во вторую очередь от взаимодействия именно многих сил, которые в этом участвуют.
То есть это бизнес, это администрация, это общественники, это профессионалы в области там, рекламы, в области дизайна. То есть вот если нам всем, мы друг другу будем доверять, если у нас отношения выстроятся, и выстроится рабочий процесс, то как бы да, тогда от всех зависит. Тут не только не от кого-то одного. Это сложно. Максим, я спрошу, согласен ли ты с точки зрения, что в настоящее время дизайн, он уже утратил былую, скажем, необходимость, потому что в настоящий момент базовые элементы дизайна, они внедрены в любой продукт и в маркетинг. В принципе, если ты не соблюдаешь определенные, скажем так, правила грамотной подачи дизайна, то ты, в принципе, на рынке тебе делать нечего. Согласен ли ты? То есть вот существует такая точка зрения, что времена именно вот, когда над дизайном нужно было супер-мега крафтеть, они пройдены, выработаны определенный свод правил, которые просто нужно соблюдать как чек-лист. То есть, грубо говоря, уже дизайнеру не нужно проводить большое исследование, потому что есть... Я понял. Я, в общем, понял. Понял, да? Да. Смысл в том, что вот эти чек-листы и тот такой дизайн, который состоит из паттернов, из готовых, он сработает, обязательно сработает, потому что, в принципе, люди, они одинаково, ну, как уже привыкли пользоваться интерфейсом, и их удивлять уже, как бы, тратить их время нельзя. Вот. Но это сработает только на устоявшихся рынках. То есть в тех сферах, где люди уже обучены потреблять какую-то услугу, чем-то пользоваться, вот, и они не хотят тратить время для того, чтобы разбираться с чем-то новым. Вот. То есть это устоявшиеся рынки. Есть рынки, которые только формируются, и вот там людей зацепить чем-то необычным, то есть придумать свои правила игры и сделать реально вот там дизайн оригинальный, ну то есть тот дизайн, которого еще не было. Вот там эта задача есть. То есть на устоявшихся рынках этой задачи сейчас нет, это лишняя трата средств. А на новых рынках, на формирующихся, это как раз прям жесткие инженерные интересные задачи, где как бы как результат будет оригинальный дизайн, потом который станет паттерном, вот, который будет чек-листом. Чтобы вступить, скажем так, на стезю дизайнерскую, кратко, самое главное и самое нужное для начинающего дизайнера. Чтобы начать пользоваться работать дизайнером и, в принципе, вступить на эту тропу, надо быть неравнодушным. То есть надо быть неравнодушным к тому, что ты видишь вокруг. И эту черту я как бы у себя подметил и у всех дизайнеров подмечаю. То есть это в первую очередь неравнодушие. Вот. Во вторую очередь умение слушать. То есть как заказчика, так и клиента, так и себя самого. Это как бы очень важно. Если ты не будешь слушать, ты дизайнером стать не сможешь. Вот. И определенной степени, ну и умение идти на компромисс. То есть вот когда... как это сказать, когда ты начинаешь дизайнить, вот, грубо говоря, то часто ты думаешь, что ты как бы умнее всех. Но это еще связано с тем, что, как правило, дизайном начинают заниматься в молодом возрасте. Вот. И, как правило, в этом возрасте мы не слушаем советов, там, не обращаем внимания на детали, мы их не видим, мы еще не знаем, опыта мало. Вот. Поэтому идти на компромиссы – это как бы полезная вещь. Вот. А чтобы начать, сейчас все инструменты есть. Есть куча курсов дизайн-обучения. То есть сейчас все создано для того, чтобы можно было стать дизайнером. Было бы желание только. Вот. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, а самое важное, наверное. Расскажи, пожалуйста, о важности личности создателя, именно о личности. Кто-то создает сам продукт, сам дизайн, само творчество во всех проявлениях. То есть каким нужно быть человеком, которому доверяли бы? Творцом. Потому что все связано с коммуникацией. Вообще, как бы желание вызвать доверие, это для творца вообще не является целью. То есть он вообще, в принципе, не закладывает такое сообщение в то, что он делает.
как правило, ну вот творцы, люди искусства, они закладывают, ну, то есть они закладывают в это, в свою деятельность совершенно вот то, что, о чем у них душа болит, они то и закладывают. А вызовить это доверие или недоверие, это никого не волнует уже, ну, в творческом плане. То есть, если мы говорим о коммерческой работе, то это как бы наша задача. То есть, наша задача или чтобы это нравилось, или чтобы не понравилось, может тоже быть задача. Вот. Но для творца у него есть какая-то проблема, которую реально волнует. И как ее воспримет общество с недоверием или с доверием, это как бы для него уже будет... по факту. То есть, я думаю, это, ну, не надо так делать. Какую роль играет личность в дизайне? В дизайне? Личность дизайнера в его дизайне. Вот так вот, да? Примерно, да. Личность дизайнера в его дизайне. Если дизайнеру уже есть о чем рассказать, и он умеет это делать, то это большой плюс к самой его к результату. Если он еще учится и еще по жизни не определился, как он, кто он, что он. Потому что, ну, это процесс, как в ролевой игре. Мы как бы начинаем там маленьким таким мальчиком там с маленьким мечом, а потом превращаемся в там прокачанного воина. То есть, смотря на... Когда тебе уже есть что сказать, и ты можешь, умеешь это рассказывать, тогда закладывай, это будет плюсом. Когда нет, учись, смотри и общайся с лучшими. Вот, вот так вот. Ведь, имея вот этот весь инструментарий, зная, как все работает, можно уже ограничить с обманом. Как ты к этому относишься? Эта история называется reason to believe, причины верить. Иногда бывает проблема с тем, что тебе приходят с каким-то продуктом и говорят, вот это вот такая офигенная вещь. Ты начинаешь разбираться и понимаешь, что они врут. Вот, как правило, такие вещи, они проваливаются, и надо просто сделать свою работу, и в душе болит, но как бы ничего с этим не сделаешь, то есть это коммерческая работа, но в творчестве я, конечно, так никому не советую делать, потому что это карма. Правильно я понимаю, что согласно вот такому подходу нужно с пенсионерами, например, общаться как с пенсионерами, а с молодежью как с молодежью? Все верно. А когда я слышал вот подобные теории, мне несколько примеров новым приходит. Первое, это, наверное, Киселев, который читает рэп, потому что, ну, молодежь любит рэп. Да. И с такой молодежью. Он как боже, да. Он выбрал канал коммуникации, да. Получается, ну, отстойно, типа, всем противно это смотреть. Молодежь. Это хороший пример, когда вот человек в этом не разбирается, и он выбрал неправильный канал связи и источник, как бы, в лице себя, как источник этой информации. То есть он ошибся. Вот, он плохой дизайнер. Вот. И второй пример, который пришел, это... разноцветные детские сады и детские площадки, которые... Ну, да, тут, в принципе, здесь я понял, в чем дело. Тут проблема в том, что плохо изучили, собственно, не источник, а то есть сигнал, который принимает, то есть приемник сигнала, плохо изучили. И подумали, что вроде бы детям нравится все вот такое вот разноцветное, и им это будет на пользу. Вот. Но на самом деле это никто не проверял. Вот. А что на самом деле нравится детям? Успокаивающие цвета. Светло-зеленый, светло-фиолетовый. Ну, тут как бы... Они положительно влияют на их психику. Да, ну, в общем, тут надо как бы смотреть. И самое главное, надо проверять гипотезы. Проверять гипотезу. То есть, если ты как бы придумал гипотезу, у тебя есть какие-то подтверждения, ну, и где-то научные статьи или твои наблюдения, проверь, собери метрику, то есть как на это отреагировали, вот, и сделай вывод. А можно случайно попасть, но есть такая же вероятность, что ты случайно ошибишься. Вот, лучше все проверять. Вот, Киселев не проверил гипотезу. Да, да. Как вы относитесь к творчеству дизайнера Лебедева? Дизайнер Лебедев. На самом деле... Известный, но...
А почему печально известных? Я не знаю. Это окей. Ну вопрос мне, как я лично отношусь? Я отношусь с уважением. Вот. Во-первых, потому что это первый публичный человек, который публично разговаривал о дизайне на уровне страны. До него никто этого не делал, и, собственно, я хочу сказать, что не то, чтобы он меня вдохновил на дизайн, но когда я был совсем молодым и начинал, вот стал на этот путь, это был единственный источник информации о дизайне, адекватный. А вот. То, что делает студия, что делает он, что делают, то делают. Что-то делают не очень хорошо, что-то очень хорошо, что-то нормально. Вот, они зарабатывают деньги, это коммерческая история. Вот. То есть, как я с ним лично не знаком. Вот. Поэтому какой он там человек, плохой он или хороший, я не скажу. С точки зрения профессионала, он профессионал. Вот, я отношусь к нему как к хорошему профессионалу. Еще вопрос. Как вы считаете, сейчас дизайнерский рынок у вас переполнен или еще нет? Или он... Есть вакантные. Как художники всегда будет актуально? Всегда будут актуальны. Дизайн. То есть пока нам нужно с друг другом разговаривать, дизайнер никуда не денется. То есть, в принципе, там технологии, дизайн этих технологий, инженерия и так далее, это все про передачу информации, это все про коммуникацию. То есть пока есть этот процесс передачи информации, то его нужно будет проектировать. И то есть дизайнер, он там вот визуальными образами проектирует, там сайтами, например, кто-то графическим дизайном коммуникацию проектирует. Сейчас как бы новая сфера в дизайне, это там голосовые помощники, это дизайн вот голосовых коммуникации, то есть через помощника, там, через появится у нас искусственный интеллект, появятся новые дизайнеры, которым нужно будет учить машину, чтобы машина смогла распознать то, что мы ей говорим. То есть это тоже будет, это вообще будет совершенно новый как бы тип дизайна, когда будет как бы коммуникация не между человек и человек, вот, а именно человек и искусственный интеллект. То есть что это будет, какой это будет дизайн, это очень интересно. То есть дизайн он всегда будет. Максим, спасибо большое. Давайте ему громко поаплодируем.